Здравствуйте, Лилия Олеговна. На школьном столице мы увидели, что у нас проходит акция «Я хочу в судотряд». Как попасть в судотряд? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. В этом нет ничего сложного. Проходите, садитесь, я вам сейчас все объясню. Итак, первое, что необходимо сделать, это быть членом БРСМ. Так как вы член БРСМ, мы сразу же переходим ко второму пункту. Второй пункт – это нам необходимо вступить в группу в социальной сети ВКонтакте, которая называется БРСМ Лида. Вы все есть ВКонтакте? Да, мы все есть ВКонтакте. Давайте найдем эту группу и вступим. В этой группе вы можете найти много актуальной информации по поводу студенческих отрядов. Также вы можете найти там информацию о вакансиях, которые будут летом. И помимо этого, в этой группе есть анкета, скачав которую вы ее заполняете, и после этого отправляете обратно в группу с пометкой «Хочу в студотряд». После того, как вы сделаете все эти шаги, вас примут в студенческий отряд. Вам все понятно? Да. Все, вы можете идти. Интересная вещь. Да, надо бы вступить. Точно. Все, вы можете быть свободны. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Сань, а ты что в школу не идешь? Сань, ты чего? Сань! Окей, Google, что такое студотряд? Выданы результаты по запросу студотряд. Саша, куртку надень. Я депутат молодежного парламента. Я хочу найти много новых друзей и провести с пользой летние каникулы. Я хочу попробовать себя в нескольких новых профессиях и заработать свои первые деньги. Если ты хочешь так же, как я, вступай в студотряд.